В республике продолжается подготовка к международному форуму «Россия. Спортивная держава». Свою лепту вносят и самые юные чебоксарцы. В дошкольных образовательных учреждениях сейчас идет марафон «Дети. Спорт. Здоровье». Каждый день малыши делают зарядку, участвуют в эстафетах, встречаются со знаменитыми спортсменами. В 156-м детском саду сегодня прошел велопробег. Крики болельщиков не умолкают. Всем интересно, кто же первым объедет здание садика. На трассе двух-, трех-, четырехколесные велосипеды и даже самокаты. К гонкам ребята готовились заранее. Я делала зарядку утром. Я все лето каталась на самокате, тренировалась. А мне папа подкачал колеса и помыл велосипед, и мы помыли велосипед. А вот железный друг Вани Карасева остался дома, далеко отсюда, в Украине. Но мальчик все равно вышел на трассу. Я тоже участвую в гонках. Мне велосипед дал друг, а дома был полегче, а этот тяжелый был. После массового старта малышей ждали индивидуальные заезды. Многие впервые в жизни ездили змейкой. Но самым азартным стали соревнования взрослых, родителей и работников сада. Каждый день в нашем детском саду проходит спортивное мероприятие. Недавно мы проводили день силовой атлетики, где наши ребята соревновались в национальной борьбе к кирежу. А сегодня у нас день велосипедистов, поэтому мы устроили велопробег «Колесо дружбы». Мы не соревновались на скорость, а старались приобщить детей к здоровому образу жизни. Медали, а также заряд бодрости и хорошего настроения получили все спортсмены. А организаторы велопробега решили проводить его ежегодно. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.